Здравствуйте, в эфире программа «Люди говорят» и с вами ее ведущая Елена Семеновичева. Мы предлагаем вам высказать свое мнение о тех событиях, которые происходят в социально-экономической сфере в Ненецком округе и в стране в целом. Сегодня мы выясним, отмечают ли масленичную неделю жители Нарьинмара. Конечно. Обязательно. Вы пекаете блины? Мы печем блины и ходим, и зять ко мне приходит на блины, потому что тещины, и лакомка всякие вкуснятины и сладости. Да, мы ходим и очень соблюдаем, очень хороший праздник. А потом, когда сжигают чучело, это вообще супер. Все идите на площадь. А когда, как? Не лихо так делаю, а нет, лихо так нет. У меня есть возраст-то большой у меня уже. 90 лет скоро. Что тут, какое стрепуха я? Отмечаете? Вы пекаете блины? Да. Нет, нет. Блины не печете? Нет, никогда. Нет. Дома не печете блины? Не пеку. Блины мы не ходим, мы ходим в церковь. А как же дома это самое? А как же блины? Блины. Я думаю, и с вареньем, сметанкой, и все что угодно. А каждый масло. День вы их выпекаете? Нет, не каждый день, хотя бы раз в неделю. Блины печем и ходим на праздник. Спасибо большое. Если у вас есть мнение по волнующему вопросу, задавайте его по телефону на нашем сайте и лично мне. Каждый день наша съемочная группа выходит на улицы города с опросом. С вами была Елена Семеновичева. Увидимся!